Новогодние праздники – это, в первую очередь, переедание, употребление алкогольных напитков, что способствует появлению проктологических проблем различного профиля. В первую очередь, это, конечно, геморрой и тромбоз геморроидальных узлов, что напрямую связано с перееданием, что вызывает запор, потому что мало потребляется клетчатки. Конечно, употребление алкоголя должно быть минимальным, потому что градус алкоголя не влияет на появление или провоцирование проктологических проблем. То есть любое содержание алкоголя в организме, оно провоцирует усиление кровотока в органах малого таза и в том числе появление геморроидальной болезни. Также помимо геморроя на новогодние праздники может появиться анальная трещина, что связано с перееданием в первую очередь, потому что столы большие, хочется попробовать всего и сразу, это длится несколько дней, и после этого часто возникают запоры. Прежде всего, надо потреблять всего в меру, не переедать. Также превентивно можно добавить потребление пищевых волокон на трубе, клетчатки, чтобы сформировать правильный стул и тем самым не вызвать запор на следующий день после приема пищи и больших застолий. Физические нагрузки, если вы их регулярно не выполняете, также способствуют обострению болезней, таких как геморрой и тромбированный геморрой.